Ну да, я по самой да. В машине не имущество граждан? Куда? Куда, блин? Куда? Ваши вещи выводят. Вот, вот, смотрите. Ого. Это наше имущество или ваше имущество? Вы что там вывозите? Мусор, что ли? Это мусор вы вывозите? А на каком основании вы вывозите его? Я ничего не вывожу. У вас постановление суда есть? Я ничего не вывожу. А что вы сейчас собираетесь вывозить? Да что нужно? Кому нужно это? Это вам нужно? Определить можете, что вы вывозите? Ну что вы? Да вы сформулируете, что вы вывозите? А что это? Дайте проехать. А кто это везет? Мусор вы там собирались? Рох молодец. Сейчас спросим, что там. Давай. Вот председатель Гастапов придет и скажет. Вы посмотрели? Это общее имущество. Да. Людям звонили, еще раз говорю, разговаривали. Дали согласие. Ваши ворота висели. Вы говорите, что вы не подавали. Вы говорите, что вы не подавали. Вы посмотрели внутри, что там внутри, наверху? А? Что в кузове? Там чистые ворота все. Срезанные, да? Срезанные ворота. Так там наши ворота. Наши. Так давайте мы не будем пропускать эту машину там, если это наши ворота. На каком основании вывозят ваши ворота? Это наше имущество. Нам чужого не надо. Сейчас ОМОН будет нас очищать, надо забрать. Это самый заветный. Газель надо досмотреть. Надо досмотреть. Газель уже там надо давно ее взять. Руки, увидите! Народ, пора, надо!
Я сейчас позову инспектора ГАИ, пацаны, это все устроено. Давайте позовем. Пацаны, скажите, что... Да, пацаны, вообще брали. Убрали машину. Вопрос про имущество про наше. Решите, я вот прошу. Да, что там? Гринов. И что там диски с колесами? Хорошо. Тут награбленная, да? Закрыл мужик сразу. На ясно, что награбленная. Ну, расскажите людям, чтобы люди знали.